28 сентября стадион «Полесье», что в агрогородке Козинки, вновь соберет под свои знамена любителей физической культуры и спорта для сдачи нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь «Готов к труду и обороне». 13 сентября на стадионе «Полесье» состоялась сдача нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса. В связи с большим количеством заявок Мозырьским отделом спорта и туризма было принято решение провести резервный день 28 сентября. Поэтому всех желающих, которые хотят попробовать свои силы в сдаче Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса, приглашаем для участия 28 сентября в 9:00 на стадионе «Полесье» в агрогородке Козинки. Ну и не стоит тянуть заявкой на участие в сдаче нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь «Готов к труду и обороне». Заявки подаются на электронный адрес отдела спорта и туризма Мозырьского районного исполнительного комитета до 25 сентября включительно. Надо сказать, что уже около 120 значков первой, второй и третьей степени есть в Мозырском районе. То есть выполнили соответствующие нормативы наши земляки, любители спорта, физической культуры, сторонники активного отдыха и здорового образа жизни. Но не сомневаемся, что это не предел и по итогам нового тура, который пройдет 28 сентября на стадионе «Полесье» в Козинках, у нас появятся новые лауреаты, отличники Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь «Готов к труду и обороне».